206, 206. Чего я тебе скажу, сынок, не женись пока, не спеши, а то будет ситуация, как у Лехи Крылошлепова. Это какая? Жену его, знаешь, Галя Галюник, ну, по прозвищу Галлюцинация, она у него отжала все имущество, все движимое и недвижимое. Серьезно? Серьезно. Ну, она его достала, понимаешь, он начал дергаться направо, налево. Ну, больше всего, конечно, 7600 налево, понимаешь? Отжала все, сейчас живет как Ленин в разливе. В смысле? В Коромысле, в шалаше живет один. Ого. 10500. Так а тебе что дергаться, ты же налево не ходишь. Так потому-то налево я не хожу. Потому что все мое движимое и недвижимое на твою маму, на Кринолину Петровну, записано. Ну а мне что делать? Для начала пойди побрейся, хочешь как слива новогодняя. Такая это самая там. Денег у матери надо просить, потому что на нее все записано. Бать, что так мало-то? Иди работай, долбодуй.